Уборочная кампания в Красноярском крае, несмотря на сложные погодные условия, в самом разгаре. Об этом на рабочей встрече с губернатором во вторник доложил министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов. Зерна в этом году должны собрать столько, что хватит не только края, но и пострадавшему Дальнему Востоку. И это несмотря на позднюю весну и холодное лето. Сроки уборочной сместятся максимум на 2 недели. Лев Кузнецов, в свою очередь, отметил, что необходимо не только успеть собрать весь урожай, но и обеспечить достойные условия работы селянам. Используя благоприятные, хотя не всегда погодные дни, обеспечить максимальную уборку того, что вырастили. Особенно принимаю внимание то, что объем денежных средств общей поддержки по отношению к прошлому году был увеличен. И это тоже должно было помочь и компенсировать частично затраты на ГТМ и создать нормальные условия для селян.